Дамы и господа, добро пожаловать на матч национальной студенческой футбольной лиги. Кто, а может быть, только-только подключился к нашему эфиру. Матч, знаете, я даже могу сказать, к счастью, не несет никакой турнирной задачи. Обе команды уже находятся в гранд-финале. КФУ вторые, ДГТУ третьи пока. Ну, может быть, единственный момент игры за место. А вот и он. Отличный отбор, Бугорский. Как типичный стоп играет. Передача направо. Нужна передача, навес. Удар в голову. Нет, это скидка под удар. Удары издали. Вот. Хороший момент. Можно забивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ярослав Юдин. Удар! Среагирует Кармазин. А Туров 17 мячей забит. КФУ. Юдин. Подача! Удар поворотом! На площади. Показалось на секунду, что было касание рук. Арбитр без ничего не замечал. Вот это получится уже с забитыми пропущенными, забитых меньше на один, пропущенных больше на один. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это удар был! Кармазин вроде бы мяч зацепил. Дают нам проснуться ребята из КФУ. А если бы это был гол, в этот момент видели бы что-то невероятное. Неплохая передача. И может чем-то интересный момент закончится. Заканчивается ударом, поворотом. Ой-ой-ой, Кармазин! Кармазин, цевище! Отличная работа Максима. Покажут нам повтор. Все сложилось, да, здорово. Юдин головой уже переправлял мяч в створ. А мячей по окончанию матча вас будут ждать флеш-интервью в прямом эфире и обзор лучших моментов матча. Все, раздается финальный свисток.